Для этих новогодних волшебников главное сноровка и страховка. С настоящего волшебства сегодня началось утро у детей из инфекционного отделения первой клинической больницы. В их окна постучались Дед Мороз и Снегурочка. Таким необычным способом маленьких пациентов решили поздравить смоленские спасатели. Тщательная подготовка, нужно проверить снаряжение и убедиться, что костюмчик хорошо сидит. И вот с крыши спускаются новогодние волшебники. Поехали! В составе десанта 5 Дедов Морозов и 3 Снегурочки. Волшебники стучат в окна и поздравляют детей с Новым годом. Режим в инфекционном отделении самый строгий. Кому-то придется провести в палате несколько недель и видеть родителей лишь через окно или экран телефона. А здесь праздник с доставкой в палату. Предложили, я не могла отказаться. Я занимаюсь спортивным туризмом, но уже 5-й год. Я работаю в центре туризма. Педагогом дополнительного образования веду секцию спортивного туризма. В составе группы только бывалые альпинисты и спортивные туристы. И самый опытный волшебник Александр Попов. Парень уже 2-й год помогает Деду Морозу поздравлять маленьких смолян. Делает это с удовольствием и одаривает не только участников акции, но и случайных зрителей. Я вообще спасатель и также я альпинист. Поэтому для меня эта тема очень знакома и... Все близко, все рядом. От всей души, весь Смоленск, всех ребят, с Новым годом, мира, счастья, добра и побольше улыбаться. С Новым годом. Затем маленьким пациентам передали коробки с подарками. По мнению врачей, положительные эмоции, атмосфера праздника способствуют более быстрому выздоровлению. Анастасия Рыжикова, Роман Зорин, Артем Медов, Вести Смоленск.